Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 7, вопрос 1892. Каков был духовный уровень великих учителей-пустынников и их учеников при встрече с единоверными? Они в состоянии ли были убедить их? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Встречаются разные, но в большинстве случаев это их тоталитарное послушание и забитость делает их безучастными, и без своего руководителя они самостоятельно нигде не могут почти постоять за себя. 1 Тимофею 4:12. «Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Притчи 24:10. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Житие Паисия Великого. Память 19 июня. Один из учеников святого Паисия, повинуясь его приказанию, отправился в Египет, чтобы продать свое рукоделие. На пути он случайно встретил некого еврея, шедшего тоже в Египет, и пошел с ним вместе. Дорогу еврей, увидев простоту его, начал изливать скверным своим языком яд, который имел в сердце своем от душетленного змея, и сказал, между прочим, иноку: «О, возлюбленный, почему вы так верите в простого распятого человека, когда он вовсе и не был ожидаемым мессией? Другой должен прийти, но не он». После того, как еврей наговорил ему много и других лукавых и душевредных слов, инок по своей умственной слабости и простоте сердечной был обольщен евреем. Он внимал словам его как истине, и даже раз промолвил: «Может быть и правда, что ты говоришь». Когда же он вернулся, то святой сказал: «Отойди от меня подальше вместе со всеми отрекшимися от Господа. Я не хочу с тобою беседовать, ибо если бы ты был учеником моим, каким был прежде, то я и видел бы тебя таким, каким ты был прежде». Тогда инок, воздыхая, стал проливать умильные слезы, говоря: «Я и есть тот твой ученик, а не другой кто-нибудь, и не знаю, что я сделал дурного». Великий Паисий после этого спросил его: «С кем ты беседовал на пути?» «С евреем», — ответил инок, — «и ни с кем иным». Тогда святой сказал ему: «Что тебе говорил еврей, и что ты отвечал ему?» Ученик святого на это сказал: «Еврей ничего мне другого не говорил, как только сказал, что Христос, которому вы кланяетесь, не есть истинный Христос, что Спаситель еще только должен прийти в мир. Я же на это сказал ему: может быть и верно то, что ты говоришь». Тогда старец воскликнул: «О, окаянный, что может быть хуже и сквернее сего слова, которым ты отвергся Христа и его божественного крещения? Теперь иди и оплакивай себя, как хочешь, ибо нет тебе места со мною, но твое имя написано с отвергшимися Христа. С ними ты и примнешь суд и муки».